GCF представляет. На Ближнем Востоке до сих пор существует традиция передавать рассказы от отца к сыну, как связующий мост между поколениями. В наши дни все больше людей покидают свою родину. Их культурное наследие и язык со временем забываются. Персия, 11 век. В каждой семье эмигрантов выбирается один человек, который должен хранить историю семьи. Хранитель. Легенда об Омаре Хайяме. Любимая, наполни кубок, чтобы позабыть о сожалениях прошлого и страхах пред грядущим. Быть может, завтра буду я самим собой под бременем ушедших лет. Давай, давай, давай! Раз ничего не сломано, скажи ему, что капитаны не плачут. Особенно, если хотят стать чемпионами. Вставай, слабак. Уведите его с поля. Нет, все в порядке. Тимми, подойди. Всем пробежать 5 кругов, и на сегодня все. Вперед. Команда может рассчитывать на то, что вы друг друга не убьете? Хорошо, потому что я слегка поменял состав для чемпионата. Я хочу, чтобы вы оба были капитанами. А теперь 10 кругов, и вы свободны. Что случилось? Ничего. Меня назначили вторым капитаном. Новичок, в твоем возрасте я уже был капитаном. Я знаю. Расскажи мне эту историю. Я устал. Хватит. Я знаю. Ну, пожалуйста. Его отец был ремесленником. Он родился в Иране, в городе Нишапуре, 18 мая 1048 года. Когда ему было 12 лет, он потерял отца. С того дня он мог опереться лишь на мать и на свою лучшую подругу Дарью. Звезды твои друзья? Ты поэтому их понимаешь? Мне жаль, что твой отец умер, Омар. Я скучаю по нему. Я никогда не покину тебя, Омар.
Это Божий дар. Как иначе может мальчик знать такие вещи? Вы могли бы взять его к себе, он бы работал у вас. Посмотрим, посмотрим. Да благословит вас Аллах. Амар, поздоровайся с учителем имамом Муафаком. Он еще совсем ребенок. Что может знать такой маленький мальчик? Покажи ему, Амар. Женщина, ты попусту тратишь мое время. Что? Будешь у меня на побегушках. Но я возьму тебя ученики. Я буду платить ему так, что вы не будете голодать. Вы очень добры. Начнем завтра. С помощью геометрии мы можем вычислить корень и решить задачу. Пятый постулат Евклида. Амар, идем. Чтобы стать мужчиной, мальчик должен научиться трем вещам. Метко стрелять, ездить верхом и никогда не лгать. Хасан, Амар. Его отец – великий воин. Он научит тебя тому, о чем не пишут в книгах. Поезжайте. Постепенно Хасан и Амар стали близкими друзьями. Отец Хасана относился к Амару как к родному сыну. Их дружба с Дарьей становилась все сильнее. Хотя все трое были неразлучны, в сердце Амара было отведено особое место для Дарьи. Но по мере того, как они становились старше, окружающие начинали смотреть на их дружбу по-другому. Сколько ты просишь за эту прекрасную рабыню?
Хасан! Хасан! Not... Не смей меня позорить. И не забывай, кто ты. Она рабыня. Future... А тебя ждет будущее при дворе. Не ставь его под угрозу. Дарья очень красивая девушка. Но ни ты, ни Омар на ней не женитесь. Ты уезжаешь надолго? До следующего новолуния. Самое большее месяца на два. Сегодня ночью у тебя много друзей. Они когда-нибудь говорят обо мне? Всегда. Это Денеп. Самая яркая звезда во Вселенной. Каждый раз, когда я смотрю на нее, я думаю о тебе. Мне страшно, Омар. Из-за того человека на базаре? Не знаю. Он никогда не потревожит тебя. Я просто... Закрой глаза. Дарья, моя звездочка. Удачной охоты. Дарья! Бесплодный ум от ложа я прогнал, и дочь лозы теперь жена моя. Он тебе нравится? Я вижу. Он великолепен. Давай меняться. Отдай мне Дарью в обмен на коня. Дарья мне не принадлежит. Хорошо. Тогда сразимся за нее. Что ты делаешь? Моему отцу она не нравится. Он считает, что она нас недостойна. Мне кажется, его больше заботит твое будущее при дворе. А у меня нет таких стремлений. А если я не хочу быть султанской марионеткой? Он уже подготовил тебе судьбу.
Хасан и Омар еще не понимали, что эта дружба с рабыней окажет влияние на всю их дальнейшую жизнь. Когда-нибудь и ты будешь таким. Прости, Омар. Я ничего не могла сделать. Что случилось, матушка? Они забрали Дарью. Продали ее одному купцу через 2 дня после твоего отъезда. Продали? Дарью? Они пробыли здесь всего несколько дней. Ее нет уже почти 3 месяца. Омар, она была рабыней наших соседей. Они имели полное право продать ее. Омар, подожди, послушай меня. У тебя нет денег. Имам Муафак позволяет тебе учиться. Не губи свое будущее. Она и есть мое будущее. Мы найдем ее. Этого будет достаточно. Мы выкупим ее и дадим ей волю. Ты отправишься на юго-запад, а я на северо-восток. Да хранит тебя Всевышний на всю волю Его. Послушай новый сингл Эмма. Поешь. Ты не поможешь мальчику тем, что будешь голодать. Мама, давай помолимся за Надера. Моя сестра Шахин будет убита горем, если ее сын умрет. Ее сердце принадлежит прошлому Ирана. Но Мансур думает только о будущем. Камран никуда не поедет. И точка. Ты так стыдишься того, что ты перс? Теперь наше место здесь. В Америке никого не интересует, откуда ты родом. Важно, куда ты двигаешься. И куда же? Я люблю Иран, но тот Иран, в котором мы выросли, остался в прошлом. Я хочу, чтобы у моих детей были возможности. Я не допущу, чтобы Камрану забивали голову фантазиями о стране, которая когда-нибудь может его не принять. А ты понимаешь, чего он хочет? Я же слушала. А теперь нет. Мансур! Хороших весенних каникул. Так, кто следующий? Бобби, ты готов? Хороших весенних каникул. Но не забудьте домашнее задание по истории Техаса. Как мы были республикой с 1836 по 1845. Будет контрольное. Кэмерон.
Камран, что это? Кубические уравнения. Ничего особенного, мисс Тейлор. Мне пора. Подожди, Камран. Я хотела передать кое-что для Надера. Великий Омар. Это плакат к рубаяту Омара Хайяма. Я знаю, что твой брат им интересуется. В библиотеке хотели его выбросить, а я подумала, что он может понравиться Надеру. Спасибо, мисс Тейлор. До свидания. У меня для тебя сюрприз от мисс Тейлор. Она нашла его в библиотеке. Великий Омар. В 1912 году это уникальное издание рубаи Омара Хайяма в великолепном переплете было утеряно. Оно утонуло вместе с «Титаником». Это издание, получившее прозвище «Великий Омар», было сделано в знаменитой фирме ручного переплета «Сангорский и Садклифф». В Лондоне его сделал англичанин. Мы должны показать его дедушке. Ему важно знать, что мы все еще помним Омара. Хасану и Омару удалось найти Дарью? Хасан и Омар искали везде, но так и не нашли ее. Ни тот, ни другой не смогли забыть свою любовь к ней. Для Хасана любовь потеряла значение. У него осталось только одно. Его вера в Бога и его религия. Такова была воля Аллаха. Персия попала под власть турок-сельджуков. Их новым предводителем стал Мелик-Шах. Не следуйте за мной. Я хочу побыть один. Только что убили его отца. Пусть он оплачет его. Корень власти сельджуков лежал в религии, в исламе. Это тревожило византийцев, которые стремились распространить в этих землях христианство и собственную власть. Дарья, Дарья, любовь моя, наполни кубок. Забудь все сожаления о прошлом и страх. Кто ты? Постой. Как ты смеешь поворачиваться ко мне спиной? Ты знаешь, кто я? Отвечай сейчас же. Ты? Вероятно. Так же важен, как эта звезда. Твоя судьба, как и моя, начертана там. И когда-нибудь ты тоже угаснешь. Дарья, Дарья. Моя любимая. Наполни чашу. Забудь о прошлом. Грусть. Вы звали меня? Книга жизни. Что мы узнали из книги жизни? Каждый прожитый нами год — это еще одна перевернутая страница
книги жизни. Сколько страниц ты прочел? 25. А я на 57. Меня вызвали ко двору. Я буду визирем у нового сельджукского султана. Омар Хайям, ты должен заменить меня. Переворачивай страницы бережно. Аль-Бируни открыл математический способ с точностью определять начало времен года. Но не только. Он также изучал движение Солнца и солнечные затмения. Для этого он использовал астрономический инструмент под названием астролябия. Ахмед, держи. Как видите, задняя поверхность астролябия разделена на несколько частей с астрономическими и тригонометрическими таблицами, с помощью которых можно определять положение звезд, луны и планет. В исламском календаре день и ночь разделены на 12 равных частей. Таким образом, только на экваторе день и ночь имеют одинаковую продолжительность. Понимаете? Здравствуй, Шахин. Привет, Кир. Я очень скучаю по тебе. Я тоже. Как Надар? Он такой бледный. Мама очень беспокоится. Какое у него содержание лейкоцитов? Мне нужно вернуться в больницу. Я позвоню тебе завтра. Омар, будь сильным. Никогда не отказывайся от того, во что веришь. Я стал тем, кем стал, благодаря тебе, матушка. Всем, чего я достигну, я буду обязан твоей любви. Я рад снова видеть вас, учитель. Неужели прошло так много времени? Всего две страницы. Можно?
Это всего лишь стихи. Многих ученых считают еретиками. Султан хочет увидеть тебя. Ты ему понравишься. Государь, командующий византийцами, запросил подкрепление у папы римского. Мы поймали их шпиона, когда он наблюдал за передвижениями наших войск. Ваше Величество, позвольте представить вам Омара Хайяма, математика и астронома. Так это был ты той ночью в пустыне. Как я понимаю, ты преподаешь по всей империи. Для меня это большая честь, Ваше Величество. Чего ты хочешь больше всего на свете? Ничего, только жить под сенью Вашего Величия и продолжать учиться. Я не понял, что ты сказал мне в ту ночь о звездах. Я хочу, чтобы ты был моим звездным проводником. Мы построим тебе обсерваторию, чтобы ты мог изучать звезды. Вы очень добры и великодушны. Посмотри сегодня вечером на небо. Через несколько дней мне предстоит битва с византийцами. И я хочу знать, будут ли звезды ко мне благосклонны. Но сначала твой старый учитель, имам Муафак, объявит о твоем назначении двору. Я не могу читать звезды так, как вы хотите. Астрономия — это не астрология. Послушай, Омар, и послушай внимательно. Работа у нас трудная, а ответственность перед народом большая. Мелик молод, мой долг — направлять его, а ты поможешь ему. Он верит в тебя. И если он думает, что ты находишь ответы в звездах, пусть он продолжает так думать. Я не буду лгать. Я не прошу тебя лгать. Я говорю, что ради Мелика мы должны быть осторожны. Пойми, Омар, я сделаю все, чтобы защитить его, чтобы он выглядел сильным в глазах своего народа. Я читал ваш трактат о правлении. Сила государя в его советниках. Но если их советы искажают правду, разве это не делает его слабым? Постепенно пути Хасана и Омара разошлись. Я знал, что найду тебя здесь. Я слышал, ты уезжаешь. Хасан, у меня прекрасные новости. Где ты был? Очищал душу. Искал истину.
Ты не религиозный человек, Омар. Ты ученый, тебе не понять. Религиозная истина не всегда бывает подлинной истиной. Большинство людей даже не соблюдают обрядов собственной веры. Абсолютная вера в Бога. Вот единственная подлинная истина. Тебе не кажется, что больше людей сомневалось бы в своих убеждениях, если бы вера и разум находились в равновесии? Ты задаешь слишком много вопросов и смущаешь людские умы своей ереси. Ереси? Ставить разум выше веры – это ересь. В вопросах веры надо полностью подчиняться. И кому же надо полностью подчиняться в этих вопросах? Я верю в Бога. Мы с тобой просто верим по-разному. Нельзя верить в Бога, как тебе захочется. Богу все равно, как ты в Него веришь. Главное, чтобы ты прежде всего верил в себя. Мелих Шах уничтожит ислам. Уничтожит? При сельджуках Персия стала процветать. Посмотри, сколько университетов было построено. Тебя используют, чтобы укрепить власть султана. Откуда такие речи, Хасан? Поиск знания – священный долг каждого мусульманина. Таковы слова пророка. Я буду молиться, чтобы наши пути больше не пересеклись. Если это произойдет, мне придется убить тебя. Самый лучший джихад – это победа над самим собой. Прощай, сын ремесленника. Ваше Величество, позвольте представить ко двору Омара Хайяма. Что скажешь, Омар? Слова мудрости для тех, кто отправляется на битву с византийцами. Я уверен, ему есть что сказать. Так будем жить, пока не обратились в прах. Прах к праху. И под прахом погребен. Без песни, без вина и без конца. И пусть всю жизнь вкушал ты сладость, ласкал красавиц, пил вино, всему когда-нибудь придет конец. И жизнь пройдет перед тобой, как сон. Наконец-то, человек, который говорит правду. За Омара Хайяма. Я приказал построить для тебя обсерваторию. С вашего позволения, я нашел идеальное место. И новую обсерваторию пока строить не нужно. Где? В древних руинах возле Исфахана. Я бы хотел начать прямо сейчас. Хорошо? Я предоставлю их тебе. Thank you.
Скажи, Омар, как ты можешь видеть то, о чем мы не можем даже прочитать? Чем больше я учусь, тем больше я понимаю, сколько я не знаю. Прошу. Ваше Величество, согласно моим расчетам, каждые 3440 лет мы теряем один день. Но в знак почтения к вам я разработал календарь, который позволит нам более точно измерять время. А точнее, он будет измерять вращение Земли вокруг Солнца с гораздо большей точностью. Календарь? Да, Ваше Величество. Как видите, дата начала нового года в этом календаре сменится. Солнце проходит точку равноденствия не в созвездии Рыб, а в созвездии Овна. Если этот календарь окажется правильным, он улучшит все. От сбора налогов до определения времени для молитвы. Неужели? Значит, мы молимся в неправильное время, Омар? Мои расчеты исправят существующий календарь. Мы будем добавлять один день к году каждые 3770 лет. Календарь будет носить ваше имя. Календарь. Джалали. Хорошо. Мне нравится. Очень нравится. Так когда будет начинаться год? В первый день весны. Он будет точно соответствовать дню весеннего равноденствия. Хорошо, хорошо. Так пойдем же выпьем за мой новый календарь. У меня много работы, Ваше Величество. Надо проверить, насколько точны мои расчеты. Они могут подождать. А вот мои голод и жажда — нет. Где Омар? Я найду его. Султан устроил пир. Я знаю. Малик Шах спрашивает, где ты? Иди в зал. Мне хорошо и здесь, со звездами. Ты не найдешь ее там. Я всегда ее нахожу. Омар, постарайся забыть ее. У меня для тебя есть сюрприз. Если хочешь, она твоя. О, нет. Нет. Так значит, правду говорят о тебе и об одной рабыне. Дарья. Наконец-то у нас есть имя. Дарья.
Византийцы пытаются захватить наши западные провинции. Выясни, когда мне лучше напасть на них. Сердца влюбленных никогда не разлучаются. И любовь Дарьи нашла дорогу к Амару. Бежим! О, Господи, пусть это не окажется сном. Амар, меня продали. По всей империи стали говорить о твоей великой обсерватории. Вот почему я приехала в Исфахан, чтобы попытаться найти тебя. Пошли. Ты можешь требовать, чтобы я оставил тебя, когда я тебя нашел. Послушай меня, Амар. Если я сейчас не вернусь, меня будут искать. Я чужая собственность. Я пойду к Мелику. Он поймет. Если нужно, я всю жизнь буду ему служить. Я куплю твою свободу. Я люблю тебя, Амар Хайям. Иди и возвращайся скорее. Я буду ждать тебя. Дарья. Самая яркая звезда в моей вселенной. Ты даже не представляешь, сколько раз я видела твое лицо в этих звездах.
Амар, можно поговорить с вами, Ваше Величество? Я нашел Дарию. И что? Ваше Величество, чтобы она стала моей, я должен выкупить ее. Но все деньги, которые вы мне дали, я потратил на науку. Амар, мы наполним твои карманы серебром и золотом, и ты сможешь выкупить свою драгоценную Дарию. Тебе нужно отдохнуть. Оденьте ее в самые лучшие шелка. Ваше Величество, что случилось? Где Амар? Вернулся в обсерваторию. А девушка? Ее продали иноземному купцу. Нам не удалось ее найти. Собирай людей, мы возвращаемся во дворец. В то время как Меликшах готовился сразиться с наступающими войсками христиан, его подстерегала опасность внутри империи, со стороны группы исламских радикалов. Любовь и надежда умерли в сердце Амара, когда он не смог найти Дарью. Я думал, ты убьешь меня, если мы встретимся еще раз. Тебя и так пытаются убить много людей. Быстрее, нам надо уходить. Возьми моего коня. Скачи, Валамут, я разыщу тебя. Бедная Шахин. Я очень ей сочувствую. Мансур так упрям. Теперь Камран стал хранителем. Шахин не забыла. Нельзя расстраивать отца. Это сокрушит его дух.
Попробуй позвонить им завтра. Я не знаю, чем заканчивается история. Он любил эту песню. Как, по-твоему, я похож на него? Немного. Если я зачешу волосы назад, я буду выглядеть точно как он. Даже ты не сможешь нас отличить. К чему ты клонишь? Я хочу знать, чем заканчивается история. Ты с ума сошел. Отец тебя убьет. Тебя даже на рейс не зарегистрируют. У меня есть план. План был очень простой. Я скачал с сайта авиакомпании «Бланк» для несовершеннолетних, путешествующих без сопровождения взрослых. Несса подделала мамину подпись, купила электронный билет по своей кредитке и отвезла меня в аэропорт. Она позвонила в Лондон, и в аэропорту меня встречал водитель. Кто-нибудь? Что ты нашла? Как ты сюда попал? Как ты сюда попал? Ворота были открыты. Я стучал, но никто не ответил. Пойдем-ка в дом, пока ты совсем не замерз. Вот так. Пошли, Милли. Альфред, у нас гость. Принесите еще чашку. Да, мадам. А вообще-то, Альфред, ты любишь горячий шоколад? Да, спасибо. Принесите ему шоколада. Спасибо. И еще одну тарелку. Да, мадам. Милли, идем.
Не трогай. Это все ваши книги? Многие из них уже давно хранятся в нашей семье. Некоторые из них переплетал мой дед. Значит, он действительно сделал эту книгу? Да. Посмотри. Видишь? Это тоже он нарисовал. Можно посмотреть? Эта книга утонула вместе с «Титаником» в 1912 году. Разве он не сделал копию? Сделал. Она хранится в музее прикладного искусства во Франкфурте. Но он сделал 550 рабочих копий. Ничего себе. Наверное, он сделал много ошибок. Он хотел, чтобы все было правильно, до мелочей. Можно посмотреть? Спасибо, Альфред. Достаточно. Да, мадам. У тебя американский акцент. Ты приехал в Англию с родителями? Не совсем. Я просто приехал посмотреть книгу. Так далеко из-за книги? Мой брат сказал, что нашему дедушке важно знать, что люди все еще помнят Омара Хайяма. Горячо. А почему для тебя так важен Омар Хайям? Мой брат Надер был хранителем. Он начал рассказывать мне историю Омара, но не закончил. Я должен поехать в Иран, чтобы дедушка рассказал мне конец истории. Он очень старый, даже старше, чем вы. Твой брат приехал в Англию с тобой? Нет, он умер. Я правильно понимаю, что ты приехал один? Моя сестра помогла мне попасть на самолет в Хьюстоне, в Техасе. А твои родители не будут волноваться? А вдруг дедушка умрет, как Надер? Тогда история будет утрачена. Встань. Вытяни руки. Сначала эту, потом другую. Надо надеть перчатки, иначе сделанная вручную бумага может испортиться. Сядь на пол. Рубаят Омара Хайяма. Рубаят Омара Хайяма из Нишапура. Что такое рубаят? На древнеарабском слово рубаи означало четыре. А для персидских поэтов XI века рубаи — это четверостишие. Но я не понимаю стихи. Стихи — это только слова, которые вызывают у тебя особые чувства в душе. Стихи Омара отражали его глубокую веру. Когда-нибудь твоя жизнь закончится, и останутся только минуты, когда ты жил в полную силу. И если тебе повезет, эти моменты будут жить в других людях, с которыми свела тебя жизнь. Мой дедушка читал мне эти стихи. Что пишет в книге жизни вечное перо, никак не изменить,
Ни благочестие, ни ум, ни слезы не могут в ней стереть ни слова, ни строки. В тени деревьев, с книгой стихов, с вином и хлебом слушаю тебя. И пение твое пустыню превращает в рай. Камран? Три, пять, пять, один, два, один, два. Миссис Бехешти, вы меня не знаете, но прежде всего я хочу сказать вам одну важную вещь. Ваш сын в безопасности. Да, с ним все хорошо. Он здесь, в Англии. Он пришел ко мне домой. Он хотел увидеть книгу. Спасибо. Нет, нет, не благодарите меня. Да, он в безопасности. Честное слово. Здесь очень холодно. Я дала ему горячего шоколада. Он заснул. Как продвигается работа по проекту для Аляски? Идем по графику? Да, сэр. Все будет готово вовремя. Даю слово. Ты совсем выбился из сил. Иди домой. Тебе надо побыть с семьей. Со мной все будет в порядке. Послушай, Мансур. Это проект на 6 миллиардов долларов. И я хочу, чтобы у моего главного инженера была ясная голова. Тебе нужно время, чтобы рана зажила. Все в порядке. Со мной все в порядке. Все в порядке. Шахин, не волнуйся, у меня есть английская виза. Дай мне ее адрес и телефон. خدا کنه این خونه رو مثال زندون نکنه.
Он так похож на своего брата. Здравствуй, дедушка. Извини, я не очень хорошо говорю на фарси. Ничего страшного, дорогой. Если тебе легче говорить по-английски... Мама сказала, что мой долг помнить то, чему ты научил Надера. Я уже знаю начало истории. Важно, чтобы ты помнил ее вот здесь. Жизнь предложит тебе слишком много, чтобы ты мог помнить все здесь. Но то, что трогает сердце, не забывается никогда. Я запомню, дедушка. Одна моя знакомая дала мне эту книгу, чтобы показать тебе. Только надень перчатки, чтобы не испортить бумагу. Почему Хасан спас ему жизнь? Я думала, Амар ему больше не нравился. Хасан и его сподвижники захватили крепость Аламут в горах возле Рея. Кто ты? Амар Хайям. Меня прислал Хасан. Иди за мной. Хасан стал могущественным предводителем тех, кто был против течения ислама, исповедуемого Меликшахом. Последователям Хасана было не сравниться с армией султана, но они могли сеять страх по всей империи. Тебя удивляет, что у меня так много последователей? Они выполняют все мои приказы. Иди и спрыгни со стены во имя Аллаха. Человек, который может приказать ему спрыгнуть, может приказать ему не прыгать. Остановись! Ты слаб. У меня достаточно людей, чтобы исполнить волю Аллаха. Волю Аллаха? В твоем мире знание дает тебе власть. В моем мире вера – это власть. Ты нужен мне, старый друг. Мне бы пригодился такой великий ум. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Проси, чего хочешь. Вместе мы сможем все изменить. Что изменить? Хасан приказал убить многих людей Мелика, чтобы ослабить его власть. Все вон! Никого сюда не пускать без моего разрешения. Ваше Величество, мне надо поговорить с вами. Эти пиры просто приглашение для убийц. Не смей так со мной говорить. Ты отвечаешь за мою безопасность. Быть султаном значит не только устраивать роскошные пиры
и быть хорошим охотником. Вы должны уважать и религиозные полномочия, которыми вы наделены. Я даю улемам все, чего они хотят. Казна делает щедрые пожертвования мечетям. Не делайте глупостей. Ваше Величество, враги не станут дожидаться ваших неудач. Пусть они сделают первый ход. Они убьют вас. Я не спрашивал твоего совета, старик. Что тебе от меня нужно? Хасан, Мелик Шах доверяет тебе. Ты можешь подобраться к нему поближе. Нет, люди страдают, их обманывают. Время Мелика закончилось. Я этого не сделаю. А я думаю, сделаешь. Дарья, за Меликшаха. Как ты нашел ее? Мой отец был хитрее нас обоих. Он договорился о ее продаже, потому что боялся ее влияния на нас. Ну что, Амар, как ты решишь эту задачу? Так ты никогда от меня ничего не добьешься. Его жизнь за Дарью. Ты же любишь Дарью больше, чем Мелик Шаха. Я не предам друга. Можешь идти. Выведите его из крепости. Ты должен был знать, что он никогда никого не предаст. У него не такой характер. Почему он? Почему ты полюбила не меня? Хасан. Спасибо, что отпустил его. Когда он выйдет, они выжгут ему глаза и убьют его. Как ты можешь так поступать? Как ты смеешь? Амар! Беги! Это ловушка! Нет! Дарья! Позовите женщин. Надо торопиться.
Найди имама. Господин Омар, где Меликшах? В бою. Найди 6 человек. Наконец-то армия Меликшаха встретилась с врагом лицом к лицу. Это было войско христиан, называвших себя крестоносцами. Они объединились с византийской армией и отправились покорять Иерусалим. Первые крестоносцы разбили сельджуков и вторглись на территорию современной Турции. Крестоносцы считали себя воинами Христа и были так свирепы, что убили много мусульман и евреев в священном городе. Потом они основали Иерусалимское королевство. Пришлась на переломный момент в религиозной истории, когда исламские земли подверглись новой опасности. Это на многие века определило то, как люди сражались за свою землю во имя веры. Вскоре Меликшах был забыт, а его империя распалась. А что случилось с Хасаном? Его стали звать горным старцем. Он правил из тени вместе со своими неслышными убийцами, которых прозвали ассасины. Оттуда и пошло это слово. Омар? Омар описал свои взгляды на жизнь и вселенную в своих бессмертных стихах, которые были переведены на многие языки. Великий учитель, у этого мальчика нет семьи. Мы прятали его от своих хозяев. Но чем старше он становится, тем это сложнее. Если его найдут, его продадут в рабство. Может быть, ты возьмешь его в ученики? Как тебя зовут? Денеп.
Это наше наследие. То есть? Да. Он принадлежал Амару, Дарии. А теперь тебе. Тебе и твоим будущим детям. Помни, великим Амара сделали не его стихи, а поэзия его жизни. Автор сценария и режиссер Кайван Машаех. Продюсер эссе Приахи Кайван Машаех. Операторы Мэтью Контрелл, Душан Йокшимович. Композитор Элтон Ахи. В фильме снимались Адама Шахли, Бруно Ластра, Морис Блайптрой, Рада Шербеджия, Ванесса Редгрейв, Кристофер Симпсон, Мари Эспиноса и другие. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура».